Володимир Путін полетить у Вірменію для участі у саміті організації договору про колективну безпеку. Захід, як очікується, відбудеться у Єревані 23 листопада, і на ньому планують розглянути питання удосконалення системи кризового реагування ОДКБ та обговорення спільних заходів щодо надання допомоги Республіці Вірменія. На під час цієї сесії, як очікується, мають схвалити і відповідну декларацію. Ну, планують підписати низку документів, зокрема про оснащення миротворчих сил сучасним озброєнням, військовою та спеціальною технікою, поговорять і про спільне формування радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Ну, а знаєте, направду за чим їде Путін на цей саміт і що він хоче зробити з цим напівмертвим, як я розумію, ось таким утворенням під назвою ОДКБ, говоримо далі. З нами на зв'язку Альнур Мусаєв, це генерал-майор, колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану. Альнур, привітаємо вас в ефірі телеканалу «Київ». Здравствуйте. Здравствуйте. Альнур, хотел бы вас спросить, каковы ваши ожидания по факту вот этого собрания в рамках ОДКБ у Еревана 23 ноября? Ну, ОДКБ, как мы видим, в течение последнего года постепенно, буду говорить, теряет, но уменьшает, так сказать, свою актуальность, мягко говоря. В принципе, уже все проблемы, которые были перед, до войны в Украине, ОДКБ в нынешней ситуации, все участники ОДКБ, кроме, естественно, России, стремятся к размежеванию в этом вопросе. Поэтому от встречи в Ереване 23 числа я серьезных изменений вот этой тенденции размежевания не ожидаю. Ну а как считаете, Путин будет звать о помощи? Потому что мы помним, до этого страны встречались именно в таком формате. Ну и кроме Путина и Лукашенко особой активности стран... представителей организации вот этой, но не было. Да, все как-то вот не особо хотят принимать участие в этой развязанной Путиным войне. Да, но он уже в последние... Было несколько встреч после начала войны, как вы знаете. И каждая следующая встреча, она проходила более прохладно, чем предыдущая. И я думаю, что вот как последняя встреча в сентябре, после этого, так сказать, отказа участников ОДКБ каким-либо образом помогать России в войне против Украины, значит, уже у него даже мыслей, по-моему, не будет, у него будут разговоры текущие, о текущей ситуации, предстоит, возможно, смена секретаря ОДКБ, его, по-моему, переименовали уже в председателя ОДКБ, и Россия предлагает, чтобы этим председателем ОДКБ был представитель Казахстана. Такие разговоры идут у нас в республике. Бывший посол Казахстана в России Имангалит Тасмагамбетов является одной из кандидатур для замены должности, для замещения должности председателя ОДКБ. Но это никоим образом не повлияет на изменения, в первую очередь, Казахстана в отношении ОДКБ, в отношении какого-либо участия нашего государства, других государств ОДКБ в тех вопросах, в которых заинтересована Россия, каким-то образом втянуть наше государство в эту войну. Угу. Альнур, расскажите, если говорить о позиции Казахстана, да, и мы понимаем, что выборы внеочередные опять выиграл Касым Жомарт Токаев, соответственно, да, там другая история, в каких обстоятельствах проходили эти выборы, имели ли другие кандидаты вот тот же доступ, да, к СМИ, там, к рекламе, к агитации и так далее, и так далее. Но если говорить о позиции самого Токаева к Украине вот, и к этой войне, развязанной Российской Федерацией, то каковы эти позиции?
Идет у нас, но то, что выборы прошли и прошли так, как и прогнозировалось, это всем уже известно. Какой-либо альтернативы Токаеву в Казахстане не было. Народ не проявил активность в этих выборах. Это показала реальная посещаемость в главных городах нашего государства. Вот. Главная тенденция, которая сейчас идет, это стремление Казахстана и других центральноазиатских государств укрепить взаимоотношения с европейскими странами. Очень остро стоит вопрос Каспийского маршрута энерго, нефти и газа через Каспий и дальше по маршруту в Европу. Как вы знаете, у нас был недавно представитель, руководитель Евросоюза в Казахстане. И остро стоит вопрос, значит, в связи с большой заинтересованностью Европы в получении нефтегазовых, нефтегазового сырья, остро стоит вопрос по этому маршруту. Все усилия направлены сегодня по тому, чтобы этот маршрут все-таки задействовать более эффективно. И, естественно, Россия всеми мерами противодействует организации Каспийского маршрута. Поэтому вот показ, как идет сегодня уже все проблемы решения вот этого Транскаспийского маршрута, говорит о том, что Казахстан и центральноазиатские страны уже твердо ощущают свой политический маршрут в сторону Европы. И вот это вот постепенное охлаждение, которое происходит между Россией и центральноазиатскими государствами, и в первую очередь Казахстаном, конечно, говорит о том, что перспективы России в как геополитического центра у нас в Евразии, они, конечно, уже явно в заниженном виде, что ли, можно так сказать, проявляются. И все сегодня видят, что война в Украине, России будет проиграна. Это ощущается по поведению глав государств центральноазиатских, центроазиатских республик. И даже народонаселение уже, в принципе, в нашем регионе вполне настраивается на такое европейское, что ли, направление будущего своего развития. Айнур, ну смотрите, Россия показывает, что ей Европы не нужны. Да, она вот очень так щепетильно относится к странам, да, которые уходят из-под ее влияния. А какие это могут вызвать проблемы со стороны России в сторону Казахстана? Надо признать, что сегодня все центральноазиатские республики, Казахстан, как бы сидят на двух стульях, вот так вот, грубо говоря. У Казахстана имеются такие большие, что ли, будем говорить, обязательства перед экономическим сотрудничеством с Российской Федерацией. Вы знаете, у нас таможенный союз, экономический союз, и тем более вот этот ОДКБ постепенно умирающий. Поэтому вот это вот сложности вот этого взаимодействия с Россией в условиях, когда идет, значит, вот эти все наложенные санкции на Россию и угроза получения вторичных санкций из-за возможных там такого повторного импорта в Российскую Федерацию. Поэтому вот эта вся ситуация, конечно, держит и Казахстан, и Центральноазиатские республики в таком двойственном положении. Но я думаю, постепенно эта ситуация меняется, причем меняется
достаточно интенсивно, несмотря на вот, как это сказать, нашу азиатскую такую постепенность, стремление решать не через колено, а стремление решать какими-то такими более мягкими дипломатическими способами. Но по-любому общий вектор отхода от Российской Федерации, конечно, он ощущается, и он уже, так сказать, с этого пути Казахстан не свернет. Альнур, спасибо вам за разговор, благодарю. Альнур Мусаев, генерал-майор, колишній голова Комітету національної безпеки Казахстану, був з нами на зв'язку.